Кто мы? Давайте знакомиться. А меня Виктор зовут, я из Тулы. Без проблем, гаишников не было. Ну, выходите. Показывайте свое чудо. Иди сюда сначала. Ну, система основана на сандалах, на ауте. 15 дюймов. Класс 15 дюймов. Спасибо. Дверку закроем или оставим? Второй попробуем. Еще раз представьтесь. Виктор. Сколько вы трудились? Вы сами делали? По первое выступление у меня было в том году на Рокфорде. 135 децибел я. И сейчас результат поднялся до 143. Ну что ж, проверим. Так, ну на чем слушать-то, на чем проверять будем? Ой, не знаю. Ну ладно, просто проверяем. На музыке. Наша измерительная система готова. Да, он 100 копейками еле набьет. Наверное. Все, в защиту. Ну, коротко, но достаточно метко. 113,4 децибела. Нормально, опять Форд Фокс сейчас. Даешь солнечную батарейку. Вся затемненная машина загадочная. Кто поможет? Зовут меня Борис, фамилия моя Пужик. Первая И, вторая И. Я из Москвы. Класс, 1/8. Сами делали? Не совсем. Хорошо, а что сами делали? Шумку делал сам. Шумку делал сам, динамики иногда прикручивал, провода сделал. Ну, тоже нормально. Так, что будем слушать? Чем удивите? Слушать будем Лил Уэйна, Амели. Труба какая-то. Можете пояснить вот это вот? Боевой ящик. Боевой фазик, один динамик, 8. Настройка 50 с чем-то герц фазика. Ну, почти как дуло у танка. Серьезно. Давайте начинать. Сами не решите сесть. Готовы, начали. Результат засчитан. 111,5 децибела. Молодец, здорово! Здравия.
это просто. Просто приезжай. Так, ну кто у нас следующий выступает? Просто гофрик стоялся. Вообще, о чем? Эй, чуть так. Хороший, хороший. Москва. Москва? Москва. Вихрев Александр, Москва. Так, что у вас? Да ничего особенного. Ну это как? Две двенашки. Две двенашки, ну, нормально. Так, ну а чем удивить, слушай? Что будет? Хорошая музыка есть? Цимбала. Нормально. Да, двигатель обязательно лучше. Багажничек будете открывать, Вадим? Давай. Железная станция, внимание, поехали. Так называемый импульсный режим работы. Результат 119,3 децибела. Похвально, похвально. Похлопаем. Глушим. Да, давайте знакомиться сначала. Выходите, выходите. Алексей Тарасов, город Пенза. Как добрались? Отлично. Так, что у вас? Написано, у меня 34. Так, ну... Двенашка одна. Одна двенашка. Хорошо. Левый негр. Так. Готовы? Будете сидеть, нет? Дмитрий. А это имеет какое-то значение? Конечно. Поехали. Начали измерение. Децибела. Это хорошее выступление для двенашки. Пожелаем удачи. Расскажите о себе. Микрофон, пожалуйста. Петров Яна, машина Audi, два собой Краснодарного 18-х. 18? 18 зимов. Так. Я смотрю, у вас тут творчество, остановка и много делай руками. Давно возитесь? Ну, уже год-два. Макс, а ты когда поедешь? Да. Пожелаем вам удачи. В багажничке есть что-нибудь интересное? Конструкция будет работать с закрытой дверцей. Сами вы при этом где будете находиться? В машине. В машине. Хорошо.
Что у нас из музыки есть? Каков вывод? Помню, как так называется. Drum and Bass, но так не помню, как назывался. Готовы? Давайте раскупимся, чтобы была видна измерительная станция. Напомню, ребят, 1,5 метра от машины, пожалуйста. 1,5 метра от машины. Спасибо. Начали. Не платим, обычно за это приходится платить, но вот, так сказать, просто так, задарма удовольствие получили. Я хочу обратить внимание, что пляжные спили, вот такой у вас формат. Приезжаешь просто так, задарма слушаешь, получаешь кубки, интересно. Семен, о, ровер. Я, кстати, хочу сказать, ты вот рискуешь, когда говоришь, расскажите о себе. Ты знаешь, ты можешь нарваться на человека, который будет в течение часа рассказывать о себе, где он, что он, как, а ты как человек интеллигентный, не сможешь ему ничего сказать. Осторожнее! Не согласен, здесь люди все помешаны на музыке. Стоит сказать «включи», он обо всем забывает. Логично, 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 логично. Ничего не скажу. Итак, представляйтесь, пожалуйста, нашему рефери. Мяцев Максим, город Жуков. Я каждый раз, когда люди проходят мимо нашего измерительного микрофона, все говорят... Два блина буду палить. Класс ноль. Да. Класса ноль здесь нет, есть класс мини есть. Мини! У вас 2,6 на 9, да? 2,6 на 9. Классно, тещин вариантик. Ой, а теща-то есть у вас? Теща есть. А для нее и приготовлено? Для нее. Для нее, да. Понятно. А какую музыку глушить будем теща-то? Курдом Мавериком. Это годится нормально. Ну, хорошо. То есть она больше всего не переносит, да? Нет, она его очень любит. А, это завлекаловка такая. Завлекаловка. Понятно. Ну что, давайте, к делу. Подождите, имя, фамилия назовите. Ряцик Максим, город Жуковский. Отворачиваем микрофончик, Семен. Или, может быть, даже по-другому. Чуть-чуть давайте отъедем. Вот. Они все ближе туда ставят машину. Да, ну, в следующий раз давайте мы сдвинем вот немножечко сюда. Интересно. Интересно. Ну что, мы готовы. А вы? А мы нет. А вы нет? Да. А что? Компьютер выключился. Ну, компьютер, это понятное дело. Происки тещи, это мы знаем. Ну что, тещу будем ждать, нет? Ну, 3 секунды подождите, ушла. Это с удовольствием. Нет, 3 секунды. Это с удовольствием. Это с удовольствием. Привет. Начали. Thank you.
101,7 дБ. Для двух блинов мне вообще достаточно. Ну пожалел тещу, понятное дело. У вас любимая теща-то? Любимая? Правильно. Спасибо большое, спасибо. Давайте-ка стоечку чуть-чуть подвинем. Хорошо, ладно. Давайте знакомиться. Давайте, Евгений, одна двенашка, Subaru Forester. Дебют. Москва. Дебют. Пожелаем удачи. Чем... Что хотите продемонстрировать? Сами делали руками? Нет? Корпус покупной. Винерсу спасибо. Значит, негры. А. Одна двенашка с обернутой и саундстрим усилитель киловатт. Закрываем. Будете сидеть в машине? Хорошо. Что слушать будем? Негра. Ладно. Готовы? Начали. И 0,4 дБ. Спасибо. Глушим двигатель. Господа, у меня вот такая просьба. Мы сейчас, Семен, можно секундочку я тебя прерву? У нас очень важная новость такая есть. Мы просим Дмитрия Сафронова, Владимира Малявина и Максима Рябова подойти ко мне вот сюда. Еще раз, пожалуйста. Дмитрий Сафронов, Владимир Малявин и Максим Рябов. Бабок, что ли, не уплатили? Кто вы? Роман из Мытищи. Мытищи. Что у вас, чем удивите? Две пятнашечки. Скромненько со вкусом? Сами делали? Да, конечно. Ну, покажите во всей красе. Что будем слушать? Лил Вейна. Так, интересно. Ну, это мы уже слышали. Проверим. Сравним. Кто вы? Начали. Второй результат за 120. Ну что, этого достаточно. 122,3 децибела. Пока вы лидер в этом классе. Микрофон уже.
что за грабина то у него внутри? Да вы лучшим двигатель, вы лучшим, да. Лучшим двигатель. Тут такой двигатель, что... Ты лучший! Да, серьезно, вклад. Так, кто мы? Виктор Зюберес. Так, сами делаем? Все сам делал. Похвастайтесь. Попробую. Покажете? Покажу. Смотрите. На 18. Понятно. Аля, понятно, это лабораторный целый комплекс. Так, хорошо. 18 в классе. 18 в классике. На чем будем проверять 18 в классике? Пинкоид. Что же, это хорошо. Ну, давайте. Классика во всем называется. Автомобиль «Лада Калина» 111-83, номер Т-899, значит, Лахте идет. Валяин Владимир, пожалуйста, подойдите ко мне сюда. Валявин Владимир, пожалуйста, мы ждем вас здесь, пожалуйста, Валявин Владимир. Спасибо. Александр, Москва. Да, одна двенашка. Одна двенашка. Есть что-то интересное в конструкции? Нет, не особо. Классика? Лил Джон. Так. Микрофончик готов у нас в Мирителе? Станция? Будете внутри своего спорткара? Вернее, просто... Так, подожди, вот это интересно. Так. Все понятно. Могу продемонстрировать, что нет в средней частоте. Хорошо. Давайте, начали. Поехали. Давайте не будем тянуть. Начали.
Так, подождите секунду. Давайте мы только попросим заглушить движочек. Он на низ. Поехали. Ну, давайте. Защита у Силка, говорят, сработала. Давайте дадим еще один шанс. Ну все, давайте поздравим участников с результатом 113,6 дБ. В таком небольшом объеме нормальный результат при этих головках. Так, что за чудо здесь у нас? Здравствуйте, наконец-то. Двенашка. Как звать-то? Андрюха. Андрюха, с двенашкой, с одной? С одной двенашкой. Что за конструкция там у нас вот за темными стеклами спрятана? Интересно, есть что покажете? Или гроб, понятно. Ну хорошо, чем этот гроб будем пичкать? Какой музыкой? Миражом. Миражом. Как-то слово гроб-то как-то это не идет. С высоким качеством, с культурным качеством, и вдруг гроб. Ну поехали. Поехали. Ни хрена себе, с одной двенашкой. Вот это чемпион России, это я понимаю. Так, выявились. Хорошо. Хонда, Хонда. Так, а что за класс такой? Хватит. Глушимся, представляемся. Дмитрий. Из Москвы? 1.12 сабвуфер. 1.12. Хотите что-то интересное рассказать про свою конструкцию? Могу показать. Только если так. Покажите. Герцовая. Герцовая головочка. Семен, можно я пока объявление сделаю? Господа Сафронов Дмитрий и Рябов Максим,
Вы приготовьте вашу машину, пожалуйста. Я сейчас сделаю объявление. Народ еще не знает, что у нас сейчас будет твориться. Итак, Сафронов Дмитрий и Рябов Максим, пожалуйста, приготовьте ваши автомобили. Спасибо, Семен. Это у нас такая вот завлекаловка будет. Давай, продолжай дальше. Что слушаем? Пипуй. Хорошо, ну давайте, попробуем. Давайте расступимся, чтобы было видно мониторчик наш. Давайте расступимся. Децибел. Жиденько. Спасибо большое. Господа, я вот здесь стал попереть въезда. Почему? Потому что мы сейчас вынуждены сделать небольшую паузу. Вот почему. В соревнованиях по качеству звучания FSQ, который называется, у нас в одном из классов два человека, которые претендуют на призовое место, я не буду говорить, какой специально, чтобы так не нагнетать, набрали абсолютно одинаковое количество баллов, до сотых. В таких случаях мы делаем как? Значит, ну, можно, конечно, было прилюдно сделать так, чтобы они мордобоем у нас здесь прилюдно разобрались. Но качество звучания это, в общем, отношения особо не имеет. Можно, конечно, монетку, там, если, скажем, там, у кого в воздухе зависит, кто-то выиграл, там, тоже не имеет. Мы делаем следующую вещь. Я, кстати говоря, хочу назвать этих людей. Господа Рябов и господа Сафронов, пожалуйста, вот если вы слышите меня, вот с этой стороны, как у нас автомобили выезжали сейчас, заезжайте своими автомобилями сюда, пожалуйста. Так вот, мы делаем следующую вещь. Мы их пересуживаем по специальной дорожке, которая на нашем солистском диске есть. Это дорожка, которая содержит запись большого турецкого барабана. Большой турецкий барабан — это такая большая туба, которая стоит в конце симфонического оркестра, если кто-то когда-нибудь там был. Вот в симфоническом оркестре, да, вот чуть-чуть подальше, да, спасибо. Вот,